Добрый день, я Екатерина Машинина, и я рада приветствовать вас на втором занятии English Food Week, или недели еды на английском языке для начинающих. I want to remind you that if this video contains the information you already know, so you can switch over to other levels. В прошлом видео мы узнали те слова, с которыми так или иначе знаком каждый турист. Давайте их вспомним. Пиво по-английски будет beer. Красное вино на английском языке red wine. Мясо это meat. Белое вино white wine. Ну и рыба это fish. Сегодня я предлагаю разнообразить наше меню, выбрав идеальный гарнир к мясу или рыбе. Итак, один из самых популярных гарниров – это, конечно же, картошка. Или potatoes. Если вы хотите знать, как по-английски будет жареная картошка, картошка фри, пюре, то советую вам посмотреть English Food Week для продолжающих обучение. А следующий гарнир, который предлагает почти каждое кафе – это рис или rice по-английски. Однако не все любят плотно кушать, предпочитая овощи или vegetables – картошки или рису. Здесь я сделаю паузу. Слово vegetables, как правило, вызывает шок у того, кто никогда не учил английский. Поэтому мне придется рискнуть своей репутацией и применить тот прием, который я совсем не люблю. Ну, давайте посмотрим. Итак, vegetables. И еще раз ударение на первый слог – vegetables. Не так-то все и сложно, оказывается. Также, для того, чтобы гарнир был идеальным, нам понадобится два ингредиента, к которым нет равнодушных. Это onion или лук, а также garlic, чеснок. Итак, давайте повторим все слова, которые мы прошли с вами сегодня. Potatoes – картофель. Rice – рис. Vegetables – овощи. Onion – лук. И garlic – чеснок. Вчера мы учились делать заказы с помощью простейшей фразы. Например, this meat, please – это мясо, пожалуйста. И для того, чтобы наши заказы были более полноценными, сегодня я предлагаю вашему вниманию два новых слова. Первое слово – это предлог with, который имеет перевод с. Ну, с кем-то или с чем-то. Итак, как читается слово with? Буква W имеет звук, который ближе всего к русскому в. А TH, как мы уже знаем, ближе всего к звуку z. То есть слово with с русской транскрипцией выглядит, ну, вот как-то так. И прямо противоположное слово without, без. В транскрипции на русском языке without ближе всего к without. Это, конечно, не самое правильное произношение английских слов, но максимально приближенное к аутентичным звукам. Картавить тоже надо правильно. А чтобы знать, как правильно картавить, смотрите специальный выпуск программы. Итак, давайте закажем мясо с картофелем. This meat with potatoes. Please. Дословно, это мясо с картофелем, пожалуйста. Лично я всегда прошу принести овощи без лука. These vegetables without onion, please. Дословно, эти овощи без лука, пожалуйста. Давайте потренируемся. Как сказать по-английски «это мясо с рисом, пожалуйста»? This meat with rice, please. А как будет этот картофель без чеснока, пожалуйста? This potato without garlic, please. Как вы попросите овощи без лука? These vegetables without onion, please. На сегодня все. Если вы хотите повторить те слова, которые мы изучили, можете посмотреть это видео еще раз. Встретимся на третьем дне обучения. Чтобы узнать еще больше интересного об английском языке, подписывайтесь на канал. Кнопочка внизу.